Этот мир тонет, а я дерьмовый, остаюсь на плаву. Забираюсь все выше по книжной полке, вспомню, что пол превратился в лаву. Взрывается планета, я нахожу себя на борту президента вселенной, трехрукого и двухглавого. А на его корабле именно та, да-да, именно та, ты мог видеть ее в мечтах. Мы случайно с ней пересеклись на вечеринке, я смутился с ней поздороваться. Кашлял азбукой Морзе в надежде, что она расшифрует послание, но к черту слова, вот же она стоит, живая. Дальше мы жили душа в душу, ходили вместе в торговые центры. Жизнь текла грустно и скучно, как в начале любого фильма Гаса Ван Сента. На одном из шопингов я опустил ее руку, засмотревшись на витрину магазина игрушек. Но она не вернулась за мной, выпила кофе, поплакала немного и решила жить дальше легко. А я все стоял, опускал слюни на лего, на набор с героями Властелина колец, на готический квадратный мрачный Готэм. Я пошел в ломбард, оставив без бижутерии безымянный палец, чтобы всю оставшуюся жизнь путешествовать вместе с Фродо. Я знаю, однажды эльфы в море меня заберут. Это не помойка супермаркета, это Ривенделл, последний приют. Без ботинок ноги ноют, но уже покрылись подобием волос. Последний исход уже близок, нужно подождать самую малость. Я знаю, однажды эльфы в море меня заберут. Это не помойка супермаркета, это Ривенделл, последний приют. Без ботинок ноги ноют, но уже покрылись подобием волос. Последний исход уже близок. В семипийных лесах все еще прячутся опасные твари. Я пришел сюда, чтобы тянуть резину и надрать пару задниц в баре. Выбить сердечко жизни или треклятый бонус. Это не вечный жид, скорее фраер Лотус. Я начинаю долгий путь из дома. Палка давит плечо, платок идей полон. Но фамильный узел не развязать, лишь разрубить мечом. Финальный босс не видеть, он на вид торчок. Застрелил географа из карабина Батинова, а Даня не выстрелил. Почему не выстрелил, мать твою?